Привет, привет, привет! С вами снова я, Сергей, и для вас игра Пернашки для канала Игры в Одноклассниках. Итак, начнем. Сейчас разберемся, как играть в эту игру. Так, продолжаем. Для победы на поле должна остаться только одна птица. То есть мы берем одну птицу и толкаем в нее другую. Потом берем и толкаем третью. Все, цель игры понята. Будем пробовать. Так, после столкновения птица останавливается. Так, итак, обучение мы прошли. Теперь будем пробовать играть самостоятельно. Итак, для этого нам понадобится немного смекалки. Брали одну птицу, потом уберем вторую птицу и уберем третью птицу. Ну, в любом случае мы выигрываем. Проходим следующий уровень. Итак, что мы делаем? Что же мы делаем? Мы попробуем убрать эту птицу. Больше нет возможных ходов. Мы вернемся. Вы проиграли. Попробуем заново. Как бы нам так поступить? Как бы нам так поступить, чтобы пройти эту игру? Попробуем назад. Опять же, больше нет возможных ходов. Есть такой вариант. Эту птицу в эту сторону, эту птицу в эту сторону. Точно. Это был правильный вариант. И мы выкинули все птицы. Так, пробуем играть следующий уровень. Могу сказать, не такая же, это уже и простая игрушка. Выкидываем, если мы выкинем здесь птичку, потом выкинем здесь, больше нет возможных ходов. Итак, попробуем еще раз. Здесь. Давайте выкинем эту птичку, выкинем эту птичку. Опять же недоступных ходов. Надо поразмыслить. Надо поразмыслить. Как нам лучше это сделать? Давай попробуем выкинуть эту птичку. Навряд ли нет. Снова что-то не то мы делаем. Давайте выкинем эту птичку. Точно. Выкидываем эту птичку. После этого мы выкидываем еще одну птичку. И остается один ход. Мы выкинули всех птичек. Да, с каждым уровнем все сложнее и сложнее начинает думаться. Опять же, надо включать логику. Так, одну птичку, вторую птичку, третью птичку. Ну, этот уровень, я думаю, намного полегче предыдущего. И мы быстро с ним справились. Так, следующий уровень. Да, здесь... Ну, давайте пробовать наугад. Опять же, я думаю, не очень тяжелый уровень. Все птички выкинуты. Ну, думаю, принцип игры вам понятен. Хочу напомнить, что это обзор игры Пернашки. Делается для канала Игры в Одноклассниках.
Еще раз повторюсь, игры в Одноклассниках. Подписывайтесь на канал, смотрите новые обзоры игр. Всего вам доброго и удачи!